Я с одним, как его фамилия, этого говнюка-то как фамилия, я и где увижу, там ему сломаю зубы. Где же, как же зовут этого урода-то? Так главное, не перепутай. Ты знаешь, у меня фотокарточки есть. Я потом переспрашиваю, прежде чем нанести удар по сапатке, я спрашиваю, ты ли это? Потому что у меня слабая память, а поскольку я пью очень много виски, то мне что Панайотов, что Чумаков, это все одни выходцы из Лепрозория. Такого, знаешь, такие Розы Люксембург в разных обличьях такие, нафталинины. И Панайотов, я вспомнил, в Ростове-на-Дону. Это такой, знаешь, Джо Кокер вошел в ресторан. Не здравствуйте, не расписаться у маленьких девочек. Кто ты, чмо? Девочки ждали тебя под дождем 4 часа здесь. Я в этом бизнесе с 1902 года. И когда человек мне улыбается, я встаю, говорю, спасибо большое, спасибо. Я недостоин вашего внимания, спасибо, спасибо, извините, что я вообще попался вам на глаза. Кто ты такой-то? Они стоят там, у них капюшонов даже нет. Чмо, выйди и распишись. Заставил его расписаться. Но где увижу его? Почки, ребра, все под угрозой его.